как способствовать своему духовному развитию, если все время идет заниматься работой? Очень просто. Я уже вам говорил. Извините, сейчас за такие вещи начну говорить. В общем, ну вы извините меня, видите, я человек. Могу сказать не то. Работа, правда? Прям все, по, кипит все. Ну, может же случиться, надо же отойти в одно место, правда же? Ведь такое же бывает же, правда же? Мы же все телесные. Ну, известно, понятно, какое место, да? Хоть туда сбежите на 2-3 минутки. И хотя бы там от всей души. Господи Иисусе Христе, помилуй меня. Господи Иисусе Христе, помилуй меня. Господи Иисусе Христе, помилуй меня. Слышите? От всей души несколько раз прочтите с полным вниманием, благоговением и покаянием эти драгоценные слова, эту драгоценнейшую молитву, завещанную нам святыми отцами. И тогда вы увидите, какой отдых вы даете своей душе потрясающий. Но это, я говорю, туда сбежать в то место, если нет другого места, конечно, вы понимаете, да? Конечно, лучше бы в другое место отойти. Но нет, ради Бога. Надо себе давать эти отдушины. Несколько минут, буквально, 2-3 минуты отдушины надо давать себя. Иначе мы будем погребены под этой суетой.